Всем привет! Нашел схему в интернете по поводу, как собрать такой синтезатор-секвенсор на Arduino. Нашел простую схему в интернете и собрал, не составило там большого труда. Все это запихнул в такой корпус для Лего, сам собрал. В общем, что тут нужно? Это 5 кнопок обычных двухконтактных. 5 потенциометров переменных резисторов и 8 светодиодов, плюс Arduino и, в общем, выход на наушники. Питание можно питаться от Arduino с 9 до 12 вольт и выход на прошивку AMBM кабелем. В общем, ничего сложного, с паяльником посидеть, разобраться, все просто. Такой вот девайс. Схема сейчас вы увидите на экране. Я это выложу все под видео. Ну, давайте подключим и вы услышите, как он работает. Включаем. Так, с колонку. При включении идет стандартный звук, который записан в скетче. В общем, все очень просто. Тут есть 5 кнопок. При каждом нажатии одной кнопки можно изменять 4 ноты первых. То есть это будет так. Если это первая, то первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая нота и 13, 14, 15, 16. Все просто. То есть изменять при нажатии и крутим. Все это не слышно. Теперь этот уберем звук. Сейчас уберем все звуки, чтобы не было ничего слышно. Все, я убрал все. И есть кнопка Control, как бы такая, которая при зажатии и с помощью резисторов переменных и кнопок можно регулировать разные значения. В обратную сторону, чтобы шел секвенсор, и вперед, это посередине третья кнопка. Повышение на полтона, на понижение на полтона. И, в общем-то, тут можно еще и записывать свои. Я выложу в описании, где я нашел это. Вы можете сами собрать, и все это не очень сложно. И кнопка, ой, резистор, который изменяет если ничего не зажимать, то количество шагов самого секвенсора. Вот сейчас один. Сейчас мы вот оставим 4, первых 4 оставим и просто накрутим звучок. И вторую ноту давайте сделаем. И добавим теперь 8 нот. Возьмем пока 8, не будет брать 16. Если 4 этих без никаких нажимания кнопок, то это как работает как обычный типа, ну, микшер, типа эквалайзер, типа можно менять частоту ноты. При кнопке Control и синие последнего переменного резистора можно и изменять скорость. При нажатии контрола и четвертого переменного резистора можно изменять длину. Thank you.
нужно в другую сторону. В другую сторону. В эту сторону. При нажатии Ctrl и третьего резистора то можно изменять, смещать. Ну и также менять можно на полтона выше. И вниз. В общем, такой девайс, можно с ним поиграться и использовать в своих живых выступлениях, как бы. Плюс это такой самодельный девайс, который удивит многих, как музыкантов.